27 выпускников прошлых лет из Искитима изъявили желание пересдать единый государственный экзамен в этом году. Нынешние 11-классники итоговую аттестацию проходить будут в основной период – с 19 мая до 1 июля. Со всего региона для участия в досрочном периоде зарегистрировано менее 1000 человек. С этого года изменения в Министерстве образования произошли, и поэтому выпускники прошлых лет сдают у нас в Новосибирске. Для них открыто 4 пункта проведения экзамена. Будет проходить с 23 марта по 14 апреля. Улучшить свои результаты можно по 14 предметам. Здесь без изменений. Обязательный русский язык и профильная математика. Остальные на выбор выпускников.